Вы ждали этого, ребята, вы этого ждали. Вы ждали этого, вы хотели, вы просили меня, сделай, просто возьми и сделай. Почему нет? Ты сделал первую, делай вторую. Ведь было круто. Все, ребята, пошли смотреть «Игры Потного» и «Тайный подвал». Да, это оно, ребята, вы... Да, это оно. Блин, тут что, тоже текстуры плавают? Есть посадить на машину туда. Что-то возьми. О, боже мой, как все плывет. Как эта машина плывет. Музычка такая. Electronic Arts Inc. Все права. А, зачем я это читаю? Как будто я там что-то новое найду. Давайте приступим, ребята. Здесь какая-то странность, знаете, что меня все время встречает черный экран. Даже во время... Вот тут есть автосохранение. Блин, шрифты, конечно же, просто адовые. Но ладно, я смогу выдержать адовые шрифты. Анализ карты. Ну давай уже, пошли. Я просто хотел, чтобы мы начали как бы с заставки, чтобы доказать, что нет, я не мне так сильно понравилось, что это именно вторая часть. Давай. Играй на камеру. Загрузка. Я напал еще на одну версию, где есть слово не загрузка, а чтение. Что первый звук? Год Гарри Поттера в школе он. Хогвартса среди магов и колдунов ему очень понравился. Это Кудас. Вместе со своими друзьями, Роном Уизли и Гермионом Грэнджер, Гарри смог победить лорда Вольдеморта, самого грязного темного мага всех времен. Но Гарри вернулся на улочку Привет Драйв 4. Его часто запирали в грязном чулане. Даже несмотря на то, что он маг, он не мог бежать, так как колдовать строго запрещалось. Тогда, в один из дождливых дней, он встретил у себя в комнате эльфа по имени Добби. Добби велел Гарри не возвращаться в Хогвартс. Гарри Поттер не может вернуться в Хогвартс, если он вернется в смертельной опасности. Там все подстроено, Гарри Поттер. Могут произойти ужасные события. Подстава везде за каждым углом. Добби исчезает сразу после этого. Рон Уизли и его братки Фред и Джордж приезжают на летающем Форде Англии, спасают Гарри из его заточения. Летающем Форде Англия. Гарри всем типам поведал о Бобби. Очень хорошо. Кажется, что Добби очень нравится шутить. Ты можешь представить, что кто-то в школе сильно против меня? Боже мой, второй голос. Драко Малфой! К счастью, они приземлились у дома Рона в Барроуве. Вниз. Мама Рона, Молли Уизли, прошла через двор и встала молча перед ними. Она не очень-то довольна. Кровати пустые, ни записки, ни машины. Я чуть с ума не сошла. Похоже, что вы отлучились на несколько часов, и мисс Уизли смягчилась и обратилась к Гарри. Рада тебя видеть, Гарри, дорогой. Рональд Уизли, кажется, что я просила тебя оставить это занятие. Он же роняет все эти огромные трубы на пол в атике. Ты сведешь меня с ума. Я думала, про другое занятие говорит. Давай, Гарри, пошли. И они пошли. Не, ну логично, что они же не на месте стояли, они пошли. Я не знаю, ну это дико смешно. Автосохранение. Нет, меня приятно радует, что есть автосохранение, но если иконка все время будет выскакивать, мне не придется гадать, когда меня сохранили, а нет. Барроу. Боже мой, ой, эти текстуры, у меня сейчас видеокарта сгорит от шкуря. Ой, петухи! Здесь петух... Чёрт, я чувствую, это задание связано с петухами, ребят. Привет, Гарри. Добро пожаловать ко мне домой. Рон, ты чем-то болеешь? Кажется, у тебя что-то бриллиант. С голосом. Спасибо, Гарри. Мы называем это баром. Давай, Гарри. Если призрак был закрыт за дверью Аттика снова, то нам нужен один другой способ. Что? Что вообще происходит? Что мне за кажется, призраки? Что отец оставил в саду ящики. Почему мы не можем забраться по ним на крышу? Я вот не знаю, почему мы не можем. Я смотрю, ты застрял у Дарстона очень долгое время. Тебе нужно потренироваться с этими ящиками. Запомни, тебе нужно нажать эту кнопку, чтобы применить. А потом мы тупыми ножами будем картошку чистить? Нет, я не в армии. Я не буду это делать. Боже мой, тут управление перепутано. Молодцы, господа разработчики. Пробуй и залезь на эти ящики с помощью своих ловких рук. Запомни, нажми эту кнопку. Ладно. Смотрите, у меня такие ловкие руки. Так,
Нужно залезть, используя эту кнопку. Вот так, Гарри. Еще один. Вот так, Гарри. Рональд Уизли, мне кажется, я просила тебя больше не играть с этими петардами. Он все еще бросает их в трубы в аттике. Он меня с ума сведет. И? О боже, мама и вправду не думает. Нам кажется, что следует остерегаться ее. Забираемся на крышу и прыгаем через окно. Watch me and then follow. To climb onto a crate, walk up to it and use the up directional button. Видимо, здесь они не знали, как перевести. Боже мой, Рон, как ты стонешь. О боже, я не могу, эти стоны божественные. Окей, твоя очередь, Гарри. Толкай маленькие ящики и забирайся на самый верх, а потом надо прыгать. Ладно, ребята. Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Блин, я всыкаю огромный петух. Смотри, он дико здоровый. Боже ты мой, какой петух. Ко-ко-ко-ко, я найду тебя, петух. А, вы не убрали автопрыжок, я правильно понял. Правда, теперь мы не можем забраться на какие-то безумные высоты, как в прошлой игре. Теперь Гарри стал в большей степени человеком, чем колдуном. Просто раньше он вообще был, знаете, таким магом. Хорошо, в PS2 версиях игры такой мути быть не должно, это я просто предупреждаю. Честно говоря, уже скачал PS2 версию вот этой игры. Верно. Нам надо успокоить призрака. Он все время здесь громко шумит и долбит по трубам. Используй кнопки направления, чтобы передвигать ящик. Поймай два трубу, пока они не приземлились на пол и не ударились. Верно, Гарри, давай. Рон, ты будешь держать трубу, а что мне делать? Давай, я ловлю трубы, это очень занятие для настоящего колдуна. Ловить ржавые трубы. Давай, бросай больше труб. Я поймаю все трубы. У меня как труба в ванной протекает. Я сейчас ее поймаю, заменю. Оп, 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 трубочки, трубы пошли. Мне даже поговорить не дают. Я хочу поделить свои впечатления об игре, но я не могу, потому что игра не дает. На самом деле, дико ржачно. Я вначале канал запустил игру, подумал, блин, что-то нудная какая-то игра. Озвучка нудная. Сейчас я играю, блин, я угораю просто. Это что-то. Каждый раз они открывают, как будто что открывают. Нет. Призрак разбушевался, мы не виноваты. Осталось немного. Да. Хорошая работа, Гарри. Его это заткнет на время. Спасибо, что помог с ним справиться. Ах, теперь значительно тише. Вам теперь нужно убрать всех гномов из нашего сада. Найдите мистера Уисли. Он копается со своими немагическими вещичками. Мы поняли. Блин, какие там симпатичные портреты абсолютно того паренька, который улыбается, прикрыв глаза от стыда. А нет, он их открывает. Иногда. Автосохранение. Все ради того, чтобы сохранки не потерялись. Но если он реально рабочее. Потому что пока что книжечек верно, я не видел. Пошли к папе. Боже, меня не дают отдохнуть. Меня прислали в какой-то, не знаю, рабочий дом. Вот, как-то Вольвер Твист называется, рабочий дом. Я просто прислали в рабочий дом, и я теперь бегаю, блин, тут среди куриц, как петух, блин. Курочки, я вас новый петух. Несите мне яички, будем делать омлет с беконом. Так, черт возьми, хряк, выходи из дома, хряк. Будем бекон делать, хряк, выходи из дома. Ладно, пошли отсюда. О, это Стас, блин, Запорожец, родной Запорожец. Нет, больше похож на девятку. А впрочем, это не то, ни другое. Пойдем папку искать. Где папка запропастился? Я сломаю ворота магии. У меня один вопрос, почему мы не могли пройти через дверь? Это тут такой обряд посвящения? Возможно. О, да, я внутри. Папа оставляет кругом свой мусор, это сводит маму с ума. Попробуй разбить эти бочки своим самым мощным ударом, и мы сможем пробраться вперед.
Бог ты мой, его и Ван Гамас озвучил. Походу его озвучил Ван Гамас, ребята. Кстати, если что, Гамас жив, потому что меня как-то спрашивали вообще, что с Гамасом. Он жив, он еще сейчас снимает ролики, как и раньше. Отличный удар, Гарри. Давай, надо найти папу. Надо папца найти. Мы ищем папца. Флипендо! У него прям реально голос стал такой, знаете, мужицкий. Прям мужичок настоящий. Посмотрите в эти глаза. Это глаза настоящего мужчины, который приехал из Удмуртии. Ладно, мы вошли в очередную. Может, не надо было это включать, ребят? Он как-то тормозит процесс. А может, и надо. Просто сейчас загрузок много, может, потом будет Эй, меньше. Смотри, Джинни на тропинке по Вскейну. Почему тебе не пойти и не позвать ее? Она немного стесняется. Интересно, почему? Мне кажется, Джинни болеет редкой болезнью под названием преждевременное старение. Посмотрите на морщины на ее лице. Ты меня запер со своей сестрой, извращенец? Я так и знал, что Рон извращуга, но не на такой же степени. Понимаете, он пытается меня сосватать. Привет, Гарри, я рада тебя видеть. Я Джинни, я просто ищу нашего Павскейна. Я хочу убедиться, что Фред и Джордж не использовали его в своих фокусах при игре Сквиддич. Когда ты записываешь, дыши побольше в микрофон. Приведи Павскейна к кустам, и он там немного поест, после чего даст тебе все орехи, на которые ты можешь купить волшебные карточки у Джорджа в Ховардсе. Господа из Кудус, вы хотя бы сказали вашей милой даме, чтобы она, что она озвучивает маленькую девочку, если а не взрослую женщину? Если ты приведешь Павскейна к кустам, то он немного их поест, а ты сможешь найти волшебные карточки. Хотя по лицу сразу и не понять. Где бы ты ни был, получил карточку волшебника. Она будет фолио магии. Нажми «Выбор», после этого ты увидишь свои фолио магии и карточки волшебников, которые ты смог собрать. Господи, куда я попал? Существует два типа магических карт. Серебряные карточки и 4 особые золотые. Золотые карты, люблю такое. Ладно. Получай фолиомаг. Постой, фолиомаг, нет, получай... штука. Веселись в бару, Гарри. Спасибо. Мне сейчас еще не весело, но... Хотя нет, мне было весело, ты меня расслышал. Я сказал, чтобы я веселился. Двигай. Может, его надо поднять как-то? Может, нам его Вингардиум Левиосой? А вот он идет за мной. Нифига себе, он здоровый стал. Боже мой, ребят, смотрите, какой он здоровый, это стрёмно. Что будет, когда он все кусты съест? Давай, кушай, кушай кустики. Пока он ест, он безобиден. Нифига. Ох ты мой. Оно... Отлично, Гарри, вот магическая карта. Оно огромно. Феликс замер, бля. Что? Феликс, лучше что? Лучше найти Рона, Гарри. Он ушел к отцу. Кажется, что это вот сюда. Вот сюда, и она показывает мне за свою задницу. Это вот сюда. Он в задницу, что ли, ушел? Ладно. Гарри, я Артур Висли. Интересно, ты не надо затыкать нос во время озвучки диалога. Они лезут через ворота, но тебе потребуется взять перчатки, чтобы хватать гномов. К сожалению, похоже, мы их потеряли под хламом. Ибо нефиг засирать. Используй Вингардиум Левиоза, чтобы отодвинуть мусор. Руки обязательно воздух так поднимать? Может, весь мусор взлетел. Потом курсорными кнопками передвинь его, нажми кнопку, чтобы бросить его прямо на камни и разбить. Вот как мы избавимся от мусора, разбиваем о камни. Ты можешь использовать магию и сбросить весь мусор. Может, мы сможем найти эти перчатки. Я знаю, что осталось где-то здесь. Хорошо, папка Уизли, я сделаю то, что ты просишь. Просто потому, что у меня те же проблемы с голосом, что и у тебя. Примерно так озвучивали. Запомни, Гарри, точно то же, что и заклинание в классе. Надо найти перчатки от гномов, мы не можем без них работать. Подними все ящики, брось потом прямо на скалы снизу. Я, кстати, тоже перчаточки потерял. У меня раньше ну, были... Вингардиум Левиоза! О бог ты мой, чё такое? Чё же мы сделали с ним?
Почти. Вингардиум левиоза. Я не могу не смеяться, это ужас. Это ужасно, оно прекрасно в своем ужасе. Все верно, Гарри, продолжай. А так должно, типа, что оно кукарекает? Вингардиум левиоза. Почему ящики кукарекают? Все верно, Гарри, продолжай. Сейчас, это на кур пугает, который вдалеке. Так, нам с тобой надо схватить вот эту вот, вот этот ящичек. Вингардиум левиоза. Это похоже на огромный телевизор. Почему мы бьем телевизор? Его может деду отдать. Деду устроит. Отлично, Гарри, хорошая работа. Ты нашел перчатки гномов, вот они. Постой, они были там. И они уже здесь? Ну, круто, спасибо за перчатки. Спасибо, что выручил папу, Гарри. Ты также узнал, как колдовать над вещами. Я уверен, что ты совсем справишься. Чем быстрее мы берем гномов из сад, тем скорее сможем отоспаться. Я так устал. О боже мой, ну на самом деле не надо меня благодарить. Я думал, что я приехал отдыхать в отпуск, все такое. Лучше бы у Дурсли остался. Они не заставляли меня искать гномьи перчатки. А если я с тобой поговорю? Спасибо тебе за помощь, Гарри. Кажется, что у Рона впереди много работы с гномами. Рон, к сожалению, не сможет ее выполнить без меня. Я главное звено в этой работе. Я главное звено во всем этом. Время снять пока эти перчатки от укусов гномов. Мама хочет, чтобы мы бросили этих гномов за забор. А что мешает нам забраться обратно? Чтобы выбросить гнома, сперва его нужно поймать. Нажми эту кнопку как можно быстрее для набора скорости. О боже, когда опять бегать не за павлином. Вам нужно начинать раскручивать. Нажмите эту кнопку, когда будете готовы швырнуть гнома. О, мы уже на вы, сударь? Хорошо. Хорошо. Английский сэр. Тут как бы не надо бегать за гномами. А, я помню, они были... Они, кстати, были в... Что же мой этот противный гном шперда нес сейчас? Достану, Гарри. Давай, я буду долбить эту кнопку угра, чтобы крутиться. Нажми кнопку бросить. Он немножко не туда улетел, сорян. Не волнуйся, я его достану, Гарри. Я еще просто неопытный, у меня осталось 3, ребят. Осталось 3 же не облажаться. Полети, полети, полети. Ну слушай, да ты попал, круть! Я в жабу попал, это бонус. Да, я не так уж и плох, ребята. Ура, 196. Так, давай, Гарри. Давай, бегай там, крутись перед окнами с... Боже мой, ну меня укусить хотел. Ух ты, противник, ну. Вон, ее рожа. Получай, об автомобиле нет! Ну блин. Считай, я не стану лучшим, ребят. Не, я не попал в телефонную будку. Я пытался в машину прицелиться, но в итоге я попал куда-то мимо. Not bad, Harry. Not bad, да. Как было весело. Ты хочешь снова сыграть? О, да. Как бы теперь я понял, как это делается, я хочу побить лучший счет. Я не хочу быть лохом. Что лох это, конечно, уже судьба, но... Да! Лучей, противная жаба. И плюс тут, да-да-да, я в курсе, да-да-да. Можно следующий? Пожалуйста. Please give me the next one, please. Я счастье над настоящим английским сэром. Давай вот сюда, вот по машине. Нет. Противная тварь. А ну-ка вернись, я брошу тебя нормально. Ладно, хорошо, давайте раскрутимся еще сильнее. На этот раз телефонную будку метим. Нет, нет, он опять в болото летит, как ужасно, блин, квакша.
Не, ну ладно, ладно. Так, хорошо, давайте, надо еще прям очень сильно распутиться. Нет, нет, мимо, мимо. Ну, блин, я мог попасть в мутку, но... Не судьба, не судьба, не судьба сегодня. Ладно, последний, но мы и так как бы выиграем, так что ничего страшного. Может попадем, может попадем? Нет. Столько вариантов было, и ули, и все такое, но главное, я стал лучшим. Отлично, Гарри, это твой лучший результат. Да, да, я вот вообще... Как было весело. Ты хочешь снова? Нет. Хорошо. Что дальше будем делать? Чистить унитаз? Я уже приготовил вилку. Привет, хочешь сразиться? Дуэль магов? Не говори мне, что ты никогда не участвовал в дуэли волшебников. Ты должен это знать. Безопасно. Конечно, тут почти безопасно. Почти безопасно. Да, там во второй части на ПК, по крайней мере, появились турниры. И мне они нравились. Правда, когда я последний раз играл, они были немножко скучными для меня. Но когда я в самый первый раз играл в эту игру где-то лет в 10, для меня это было мега круто. То есть, вау, турнир волшебников. А потом, когда я играл в 16, это было как... Окей, турнир волшебников. Теперь мне 20, и я такой, ура, турниры волшебников. Я иду в обратную сторону, ребята. Окей, принимать участие в дуэли очень просто. Вам нужно просто попасть к своему противнику. Ну, вроде все просто. Когда ты попадаешь к противнику, ты его обезоруживаешь. Ок. И не забывай. Тебе нужно всегда использовать свой удар при нажатии клавиши вниз и отпускай ее. Но не волнуйся, Гарри, расправься с своим заданием. Дикция где? Окей, дуэль! Проживал пламя. Дуэль. Ну, а вот ты собираешься встать на пол сегодня вечером. Проснись, ты будь хорошим учеником. Хорошая работа, Поттер. Ты хорошо играешь на новичка. Дает слово. Святой, вот не малый. Ты мой бог, ты мой! Давай, Гарри, ты сможешь. Комар еще летает, я уклоняюсь от комара и от магии. Посмотри на это, все классическая магия. Да блин, нет, 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 Гарри, нет. Нет, Гарри, ты можешь справиться с этим. Готовься. Дуэль. Так, давай, давай, Гарри. Дуэль продолжается. Блин, ну как раз у меня попадает. Давай, Гарри, ты сможешь. Красивый град быстрый. Пытаюсь найти какую-то логику в стрельбе, но ее нет. Нет, по сути логика это то, куда я двигаюсь. Но, блин, тут радиус попадания такой большой, что сложно что-то конкретное сказать. И спрятаться там уже нет. Давай, Гарри, мастер быстрых ударов. Поттер, давай, давай. Вот ты, потей. Пожалуйста, потей больше, возможно, запах его убьет. Главное быть плотным. Давай, Гарри, ты сможешь. Осталось немного, Гарри, буквально пару раз. Да. Хорошо, укладываешься на поле. О, хорошо, было я на поле. Это все, что я услышал такое. Хорошо, было на поле. Хорошо, хорошо. Готовься. Дуэль. Файт! Ну же, сразу два удара прям мне по щам, ребят, заехал. Уже все, но нет. Я отхожу дальше, я стараюсь держаться дальше, чтобы магия меня не улетала. Пока мы делаем, лучше быстрыми обмениваться, потому что пока я замахнусь на мощную, то меня уже того... Нет! Я поэтому и не замахиваюсь. Хороший став, блин, ребята, мы, у нас тут игра как бы 3+, по-моему, не?
про какой-то став мне рассказываете. Посмотрите, классическая матча. Да. Гарри такой, типа, да. Типа, я такой, Экспеллиармус сел твою палку, да. Отлично, Гарри, попробуй еще разок. И тебе придется свои специальные удары. Но хорошо, это прям обязательно? Видишь ТВ? Ты находишься что-то важное. Получи то, что в нем лежит, и сможешь сразиться со мной. А в чем сложность? Я могу взять, просто взять его к себе домой так и смотреть на футбол. Так ты можешь кольцо, которое находится выше. Если ты видишь сверкающий телевизор, ты находишь что-то важное. Блин, ребят, вы какие-то больные. Вау, ты не забыл. Специальные джинсы можно открыть, нажав эту кнопку. Это крайне важно. Попробуй. Мне, возможно, специальные джинсы можно проводить. Дуэль. Я здесь, чтобы ты быстрее бегаю. А как тебе? Я могу активировать ТВ. А, понятно, это типа удар смерти, видимо. Давай, получай! Блин, я ему выбил случайно особый джинс. Нахбак джинс. Помните, ребят, нахбак джинса? Ну, все честно. Отлично, не понравился. Идет первый раунд. Ну, блин, я прям с большим отрывом такой выиграл. Готовься. Дуэль. Гарри, ты попал на ТВ. Классная игра, бот. Постоянно побеждаешь. Я непобедимый Игоря. Да, сейчас я ему сделал хорошо. Красивая игра от Висты. Посмотри на классическом матче. Давай, давай, Игорек. Держись, потей. Потей, собирай грязь из-под ногтей, давай. Nice stuff, man. Нифига, он мне врезал, конечно. Ничего не скажу. Да, Гарри, смотри-ка. Ты его отделал. Ну, на самом деле, я его отделал. Это что такое? Вау, только посмотри, ты же Гарри. Спасибо, я знаю, что я не Гермиона. Не, не хочу. Мне хватило. Я понял, что я победитель, ребята. Я не хочу унижать вас еще сильнее. Мы уже все поняли, что я победитель. По жизни. Мы должны найти Джинни. Она куда-то ушла гулять, а вся семья ждет, когда мы сможем пойти за покупками в школу. Нам лучше разделиться и найти ее. Ох, кстати, остерегайся всяких фокусов папочки. Если ты наткнешься на что-то, бей отбивным ударом или же Вингардия Бревиоза для своей защиты. Если чем у тебя бить? Будет мало жизни, то тебе помогут твои шоколадные лягушки, которые восстанавливают жизни. Тебе нужно следить за ними. Верно, разделимся. Я пойду сюда, увидимся, Гарри. И желаю удачи. Ладно. У тебя очень странная интонация, Рон. Ты явно принимал став, пока я играл с ними. Волшебников. Что там какой-то фонтан молодости, я так что-то боюсь идти, он еще шипит. О, смотри, какие-то бобы. Разноцветные бобы даже. Ух, щедрота. Ладно, попытаемся убить это существо. Чего это бешеная газонокосилка? Я думал, что, ну, я предполагал, что в местных лесах живут странные существа. Бешеные газонокосилки. И какие-то бананы. Какие-то злющие пчелы. Ладно, эти пчелы вроде не такие уж и злые. Но как бы дали мне пройти, так что плюс.
Ладно, идем сюда. Тут вроде мы вроде все посмотрели. Куда я теперь? Блин. Так, ясно, хорошо. Блин, а кидаешь меня трусами и носками. Вингардиум Левиоза. Я поставил стиральную машину куда-то туда, в итоге. Потому что я думаю, надо спустить. Да, немножко наверх. Давайте получать газонокосилки. Нет, я, конечно, все понимаю, что оригинальное мышление и так далее, но... Газонокосилки, которые охотятся на Гарри Поттера? Это интересно. Даже очень. Мне интересно... Я бы очень хотел узнать рецепт... Рецепт того, что принимали разработчики, создавая это. Я хочу... То есть, мне кажется, это то, что мне нужно. Хотя, возможно, они просто ели шоколадных лягушек. Вполне возможно, что так. Чтобы осмотреться. А что осматриваем? Вроде ничего осматривать не надо. Посмотреть что-нибудь для колдовства давления. Ладно, на что давлеть будем? А, вот камень. И типа камень надо сюда положить. Наверное. Я так думаю. Блин, щедрота-то какая. Ладушки, пойдем туда внутрь. Нет, вообще, знаете, прям так приятно вернуться в Поттер. Мне первая часть очень понравилась на PS1. Я думал, будет не так. Я честно ожидал намного худшего. Я думал, это будет просто, ну как, скажем так, копия в более низком разрешении с дополнительными локациями. А когда я увидел, что это, по сути, ну, полностью оригинальная игра, я был шокирован тогда. Как бы сколько всего я упускал. Правда, игры на PS2, они, конечно, более и такие графонистые и так далее. Я уже, кстати, эмулятор, ну, как бы нашел и все такое, но... Но пока не спешу переходить к нему. Я хочу все-таки последнюю игру на PS1, а именно вот эту посмотреть. Ну, как пройти до конца и потом уже перейти к играм, которые были на PS2. Я уже несколько штук набрал. Там реально очень годные всякие игры. Не только Гарри Поттер, нет, там еще есть пару штук. Которые действительно просто вау, какие крутые. Действительно, там есть пару очень хороших. Я не буду спойлить ни одну из них, ребят, вы не дождетесь, нет. Это все сюрприз. Опять стиральная машина, бог ты мой. Не повернуто на носках. Ну ладно, хотя бы футболка была, это будут не трусы. Лишь все, что угодно, лишь бы не трусы. Я сейчас не знаю, что это футболка. Блин, они трусы. Ну вот не могут они без трусов. Бог ты мой, чем ты болел? Розовочка, в общем-то, очень... Что-то с ними странное, ребят. Вингардиум Левиоза. Хотя, по-моему, в ПК-версии тоже была такая озвучка, более взрослая. Не помните, не как в первой части, где он говорит очень нежным, тонким голоском. А здесь такой, флипендо. Сейчас он вырос, он вообще такой, знаете, взрослый пацан. Когда мне было лет 9, я смотрел первого Гарри Поттера, я тоже рассчитывал, что мне придется прилетить сова с письмом из Хогвартса. Я думал, что это... Документальный фильм про жизнь, про мою жизнь после 11 лет. Потом произошел такой вот облом, что письма не было, и мне было грустно. Я не ел 2 дня, мне было грустно.
Ну ладно, ошибки нет. Но я действительно в какой-то момент... Я действительно в какой-то момент очень хотел, чтобы... Пришло письмо, и чтобы действительно я учился в школе магии какой-нибудь. Как понимаете, я в детстве ждал раскрытия какой-то великой тайны. Мне казалось, что типа есть какая-то великая тайна, которую я не знаю. В итоге мне уже 20, и ничего особо не поменялось. Того, что я играю в игру с PS1, в которую должен был играть в то время, ко мне было... Черт, подставился. В то время ко мне было 11. Да и ко мне было 11, я читал книги. Возможно, это тоже полезно. О, боже мой, по тут, по-моему, несколько озвучек имеется. Главное не попасть под пчел. Винни-Пух бы не одобрил. Ах ты, насколько тут пчёл газон косил. Так, я чувствую, что нам нужно туда. Но я не ликом... Я не лыком шит, ребят. Я пройду здесь. Что тут пусто как-то. И стиралка там ходит вдалеке. Стёк, ты не закидаешь меня трусиками. Трусики ты в Японии будешь автоматом продавать в коробочку. Здесь, ребята, мы будем... Это как будто за... О, бух ты мой, бахато. Это как будто мое детство за мной охотятся эти оранжевые трусы, ребята, я никогда их не забуду. Оранжевые трусы. Ладно, что-то, не знаю, прям ностальгия так наплыла. Мне интересно, для чего сейчас нужны эти бобы? То есть раньше они были нужны, чтобы зарабатывать, ну, по сути, отчасти баллы. Баллы для нашего факультета. А теперь-то для чего? На самом деле, мы можем зайти в меню и... Нет, теперь бобы, типа, все одни и те же, понятно. То есть, теперь разницы как бы нету. Так, надо быть осторожным. Мы прыгать... Да, мы, кстати, до сих пор не умеем прыгать вручную. Это печально, конечно, что ты будешь делать. Тут где-то лает собака, только я не пойму, где. Мне как-то везет, что меня не жарят. Карту волшебника? Блин, не получить карту волшебника, это такое, знаете, это плохо. Так, хорошо, Гарри, покажи нам чудеса акробатики. Нет, Гарри. Давай, ну, Гаррисон. Ну, покажи... Нет, чуда не произошло. Ну, покажи мне чудеса, пожалуйста. Ну, Гарри, ну чё ты такой? Этот автопрыжок, ребята. Нет, он не хочет хвататься за края, как раньше. Раньше он был такой, знаете, хваткий. Гарри, кстати, стал больше, он стал каким-то жирным. У него какие-то мешковатые штаны и мешковатая рубашка рыжая. Это наверняка ему семейство, конечно, рыжих дало, но... Не, ну блин, ну как так? Что такое за издевательство? Почему ящик нельзя подвинуть? Ой, черт, нет, меня протроллили. Я только-только смог запрыгнуть, и тут же такой вот троллинг, ребята. Ну что, почему, игра, ты меня троллишь? Пожалуйста, я не делал ничего плохого. Ну дай мне шанс. Я очень хочу забрать карту волшебника. Жизнь, боль! Нет. Ну ладно, все, вот сейчас, вот сейчас. Да. Да, так, не упади. Да, бог ты мой. Два, смог, ребята. Что? Я не разбираю ни слова из того, что они говорят. Зачем вообще было озвучивать это?
Да, слушай, что Тесла из Тунгусского метеорита или что-то подобное. Ладно, идем сюда. О, о, привет, же... Гарри, хорошо, что ты пришел. Мой Пускайн проглотил мой мячик и теперь пытается его найти. Моя мячик? Мой лучший мячик говорит, что ты забыл сделать. Напоминает, ты можешь это взять, Гарри. У меня теперь нет волшебной палочки, поэтому используй подручные средства. Что? Твой шарик с тобой разговаривает? Блин, она не только... У нее не только это синдром быстрого старения, она еще и полоумная. Меня, кстати, всегда прикалывала Лав в Гарри Поттере, она, ну, забавная. Вот и она. Ну, я понял, что это шар предсказания, но... Объяснение было, конечно же, такое. Ах, Джинни, вот ты где. Хорошая работа, Гарри. Надеюсь, папа тебе не очень-то докучал. А теперь нам лучше вернуться домой. Мама и папа ждут, когда мы пойдем в аллею Диагон. Нет, 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 Рон, он просто отшлепал меня. Он просто отшлепал меня, потому что я плохо громил его мусор. Тут, видимо, вообще нет книг. О боже, нет, только не Бан Грингот, пожалуйста, я там такой. Только ты не знаком с порошком, знаю еще кое-что. Когда ты будешь около костра, скажи, куда собираешься. Поднимай локти. Ты должен быть в нужном месте. Are you sure this is safe? Проще простого. Диагон... аллея. Диагон... аллея. Гарри, ты не туда попал. Кнопка их, чтобы ехать быстрее, куда быстрее. Тут, блин, бобов дофига, я не успеваю ловить. Куда быстрее. Помню, это было актуально в ПК-версии, потому что там вообще такого не было. Там это, по-моему, была просто катсценка или даже... Или даже вообще этого... Бог ты мой, сейчас упасть мог. Нет, Гарри! Гарри, нет! У меня 15 FPS! Они еще быстрее мне говорили ехать. Безумцы. Бог ты мой, тут еще и огонь. Да, мать его, попал. Бог этого вещи ударил и бросил в костер. Что за симулятор ада? Теперь все повисло. Что это такое? Гарри не знает, кто он. Все, что он мог сказать, это то, что он не был в Диагоне. Злые, мрачные рожи уставились на него со стены и ржавых инструментов, которые свешивались с потолка. Ну? Скоро мне надо будет выходить отсюда. Гарри слышит звук из двери рядом. И появляются две размытые тени с другой стороны стекла. Гарри быстро осматривается и замечает большой черный шкаф. Он прыгает в него и закрывает двери, оставляя маленькую щелку. Через несколько секунд спустя звонит звоночек. Кто-то пришел в магазин. И входит в магазин Драко Малфой. Человек с Драко может быть только его отцом, Люционом Малфоем. Ничего не трогай. Мистер Малфой пытался продать хозяину магазина вещи черной магии, которые не нужны ему были в Министерстве магии. Гарри пошел в Флоуриш и Блотс, чтобы купить новые книги. Пока он был там, Гилдерой Локхарт, новый учитель Хогвартса, оставил автографы на последних своих книгах. Это надменное лицо Гарри, такой блатной с района. Кузечка, Гарри, вместе ты и я окажемся на обложке журнала. Гарри встретился с Роном и Джинни Уизли. Люциос и Драко Малфой тоже тут были. Люциос. Известный Гарри Поттер, а тебе здесь кругом все говорят. Джинни, которая любила Гарри, защищала его. Оставь его в покое, он ничего не сделал. Люциус Малфой был очень обижен тем, что сделали книжки Джинни. Книжки Мне Джинни, кажется, что? Больше твоему отцу сделать не удалось. Люциус Малфой был очень обижен тем, что сделали книжки Джинни. Книжки Джинни ничего не умеют делать, это просто книжки. Люциус взял копию гида по травологии для новичков из котла Джинни, очень бегло просмотрел и потом поставил на место.
Они нашли машину на дороге Чаринг-Кросс, и после того, как она исчезла, они запустили ее назад в Лондон. Они видели Хогвартс-экспресс далеко-далеко и следовали за ним. Я думал, тут будет уровень на вокзале Кингс-Кросс. Может, на PS2 версии. Автосохранение. Загрузка. Что же, ребят, я думаю, это все. Спасибо за просмотр. Похоже, вы потеряли поезд. О, боже мой, что это? Чип и Дейл, что ли? Что такое? В общем, увидимся с вами, ребят, в следующей серии. Спасибо за просмотр. Можете поставить палец вверх, если вам было весело. Это ровно так же, как и мне. Ну и также сделайте постик в ВК к себе на страничку. Спасибо, ребят, и до следующей серии. Боже мой, что творится со скучками?